Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Здесь, как всегда, вас ожидает стайка моих веселых хвостиков. Всегда жизнерадостные, всегда веселые, дарящие море позитива, счастья и здоровья. Поддерживайте моих собачек лайками и подпиской, и чтобы всегда оставаться на связи, не забудьте нажать на колокольчик. И хорошее настроение не покинет вас никогда. Не может быть, скажете вы, неужели собаки едят перец? Конечно же, животным необходимы овощи. А можно ли собаке давать болгарский перец? Стоит оговориться сразу, что ни черный перец, ни острые чили собачкам категорически нельзя. Только болгарский перец, который растет у всех у вас на даче. Сладкий болгарский перец любят, конечно же, многие. Поэтому неудивительно, что кусочки овоща достаются и домашним любимцам. Красные, зеленые, желтые, оранжевые плоды на 90% состоят из воды и еще богаты питательными веществами, среди которых, конечно же, клетчатка, витамины группы В, а также витамин А, С, Е, К, Н, Р. Минералы очень необходимые, конечно же, не только животным, но и каждому из нас. Это калий, кальций, магний, натрий, фосфор, сера, железо, медь, фтор, йод. Как вы думаете, что они хотят? Да, перчика они хотят, конечно. Вот они такие умняшки. Ждут они, ждут, ждут. Когда же что вкусненького-то им дадут? Вы что, перчик, что ли, хотите? Ой, там кто-то воет, тоже хочет перчика. И чьи ж такие красотулечки тут у меня собрались, а? А? И чего это они так принюхиваются, не знаете? Что-то им хочется, однако. И куда разбежались? А у нас вот что есть. Вот-вот. Это они перчика хотят. Кто будет кушать? Кирюня будет кушать. Кто будет? Роночка будет кушать. Рона хочет кушать. Вот смотрите, Рона у нас как после родов оделась. Ну, правда, где-то в половину еще. Но ничего, подождите. Будем мы, скажем, красотулишными. Оденем шубочку еще месяц-полтора. И будет она у нас красота. Одна сплошная шуба. И маленький улыбающийся рот. Вот она суетится. И так, и эдак. Хотят они знаете чего? Да перцу они хотят. Да-да, они хотят перчик. Вот, проверяют друг у друга. Вдруг уже кто-то что-то съел, а им-то и не досталось. Ну что, будем угощать. Вот такая у нас красота. Ну что, кормим? Кто будет? По-моему, они будут все. Смотрим? Смотрим. Так. Кто будет перчик? Вот они друг у друга отбирают. Вот смотрите, как они быстро заживали.
Вот еще хотят, еще хотят. Сейчас мы им еще дадим перчик. Так, сидеть там. Сидеть, сидеть всем дружно. Так, кто будет перец? Это подождите, не так уж быстро-то. Вот как они, смотрите. Чавкают, чавкают. Очень они перец уважают. Болгарский который. И Кирюшка. Вот, видите, как? Не раздумывают, не принюхиваются. Они уже давно принюхались. Только подавай. Еще и подраться могут. Что вы думаете? Сейчас, подожди, дам еще. Ай! Кто-то еще укусил. Кто укусил? Доля укусила. Доля, ешь аккуратнее. Ну, ешь аккуратнее, тебе говорю. Кусает. Все, упало. Упало. Сейчас, секундочку, давайте тут. У меня в стороне лежит, а то они же сейчас налетят за 3 секунды и все съедят. Вкусненько, говорят. Даже очень вкусненько. Вот там я уронила несколько штучек. Что-то никто не углядел, что ли, что я уронила. Так, надо им дать побольше, а то сейчас еще подерутся, с них станется. Долька отбирает. Не хватит прям ей. Кирюнька. Вот так. Доля, у нас глаза у нее, того глаза выпадут. Как ей нравится перчик-то. На, воронка, воронка. Ай, Марон. Так, ну-ка, девчонки, сидеть. Рон, сидеть. Ай, молодец. Ой, Долечка тоже хочет. У Доли сейчас того гляди глаз выпадет, конечно. Пучеглазые свои глазища. Ава! Сладкий перец богат микроэлементами. В нем содержится чуть ли не вся таблица Менделеева. Но больше всего, конечно же, в овощи калия, кальция и фосфора. Калий – это, как вы знаете, микроэлемент, который необходим для поддержания кислотно-щелочного баланса в организме, сердечной деятельности, работы почек и печени. Калий участвует в процессе кроветворения. При дефиците минерала возможно нарушение сердечного ритма. У собак тогда наблюдается повышенная нервная возбудимость. В 100 граммах болгарского перца содержится 175 миллиграмм калия. Да такие девочки у меня хорошие. Вкусно, вкусно, вкусно. Конечно, вкусно. Вот так умница. Умница, разумница. Ну-ка попроси. Как надо просить? Ну-ка быстрее. Ай, молодец. Давай, давай, проси, проси. Давай, проси. Вот так, молодец. Молодец. Вот молодец. Вот умняшка. Ай, уронила.
Иди сюда. Иди на диванчик. Сюда иди. Руана, иди сюда. Вот они, умницы. Ничего, ты здесь, что ли, собралась выпрашивать? Глядя на Роночку, не подумайте, что она у нас такая. Это она еще после родов не оделась как следует. Ой, там еще остальные клянчут, слышите? Натявы. Мы тоже кричат хотим. Нам бы тоже перчика не помешало. Мы бы, скажи, не отказались. Да. Ты сначала прожуй, потом следующий кусочек бери. Содержание полезных веществ в перце зависит и от цвета плодов. В зеленых содержится эркумаровая и хлорогеновая кислоты. Они обладают способностью связывать и выводить из организма канцерогены. А красные овощи содержат ликопин. Он тормозит развитие раковых клеток. Учитывая полезные свойства болгарского перца, ветеринары рекомендуют включать продукт в рацион домашних животных. И он собачкам очень и очень нравится. Вы все это наглядно видели. Они с удовольствием чуть ли не в драку готовы его кушать. Однако при этом есть ограничения. Несмотря на то, что самым ценным и полезным в болгарском перце являются семена и белая мякоть вокруг плодоножки, однако именно их нельзя давать животным. Категорически запрещено кормить собачек консервированными овощами. Не рекомендуется давать сладкий перец щенкам, беременным и кормящим собачкам. Но, знаете, я даю. И они с удовольствием кушают, и никакой побочки я ни разу не замечала. Это я говорю только про взрослых. Про своих собачек мам. Но у щенков, конечно же, у них слабая пищеварительная система. И они просто, ну, пока еще не все продукты в состоянии переварить. Но с годовалого возраста можно давать различные продукты, в том числе и болгарский перец. Вреда никакого не будет. Пожелаем нашим любимцам приятного аппетита. Не забудем поставить лайк и подписаться. А чтобы оставаться с нами и всегда быть в курсе всего нового на моем канале, нажимаем на колокольчик. Ну и как всегда, продолжение следует. Здоровья вам и вашим любимцам!